Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Дитола, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, мы начали игру заново. Кто хочет, чтобы мы продолжали, обязательно ставьте лайк. И сейчас мы получаем эксклюзивные преимущества бойца Додзе. Это подписка, кстати говоря, которую можно получить у нашего подписчика. Ребята, обращайтесь, ссылка на него в описании. Он вам может спокойненько все это оформить. Вы будете иметь бонусы дополнительные, так же, как и мы. Мы решили, что это будет хороший старт для начальной игры, потому что это, в принципе, не так уж и дорого, да? И поэтому можно спокойно оформить. Еще бесплатный подарок дают, колоду, ребята, вы представляете, которую за 5000 рублей покупать в магазине нужно. Это must-have, так что обращайтесь к подписчику, он не только может вам додзе сделать, он может вам докинуть баксов, мутагена, любого персонажа, сотого уровня аккаунта. Короче, наслаждайтесь игрой, а мы играем заново без доната, ребят, только додзе. Пока что. Там посмотрим. Ладно, интересно будет разворачиваться сюжет, я думаю, следите за тем, как мы проходим. Давайте все-таки открывать пак. Опа! Ну-ка, давай посмотрим, насколько наши подписчики обладают хорошей интуицией. Напишите в комментах, пока вот сейчас вот пак этот сияет, моргает, кто же нам выпадет, один из ровичков. Да, ребят, напишите вот сейчас в комментариях, прям срочненько пишите, кто это будет, Тони, Раф, Лео или, конечно же, Майки. Давай посмотрим, я бы, знаешь, кого хотел? Но? Я бы все-таки волшебника Дони бы хотел. Дони хотел? Да, у него и хил, и массовая атака есть. Ну, хорош, согласен. Но я бы не отказался и от Леонардо, он тоже неплохой, у него есть массовая атака, и вообще, в принципе, он достаточно сильный. Но кто нам выпадет сейчас? Так, кто отгадал, решит. Тому прям лайк поставим на комментарий, срочно пишите, ребят. Открываем, и нам выпадает мутагена. 1900, между прочим. 1900, ничего себе, это очень круто. Комикс. Ну, это для прокачки способностей. Пицца. Кстати, пицца нам тоже нужна будет, потому что она тратится. Вот, сюрикенчики. Бонус за подписку сразу 24 тысячи сюрикенов, ребята. Донателло! Ура! Я угадал! Вот это я интуицией обладаю, ребята. Прям очень хотел Дони, и мы его получили. Мы можем его нанять, и вот он, красавчик. Вы только посмотрите, когда вы видели последний раз, чтобы команда Дитол персонажа открывала-то, а? Ребята, и, кстати говоря, сразу третьего уровня, и мы его вкачиваем. Вот так вот, да, ой, ты что так мощно-то прям вкачал его? Ну, третий. Да, третий, он первого уровня был, куда ты? Да, да. У нас максимально третий возможность сейчас, потому что уровень учетной записи третий, а если вы хотите сразу сотый уровень учетки своей, то обратитесь просто к нашему подписчику, он вам быстро это все оформит. Изично. Ребят, также пишите в комментариях, кто хочет, чтобы команда Дитол продолжала проходить дальше Черепашки-ниндзя сначала. Мы вот начали серию таких видео, если вам очень понравится, если по 500, по 1000 лайков будем собирать, то обязательно, конечно же, будем снимать для вас еще видео. Так что быстрее давайте активничаем. Пишем комментарии, лайки ставим, поддерживаем команду Дитол. И, конечно, наслаждаемся нашими любимыми черепашками-ниндзя. Давай посмотрим, какие у нас преимущества есть с Додзе. Смотрите, пока что у нас членство нам дает мутагенная машина. Ну-ка, забирай, 100% у нас. А потом, смотри, каждый день ты заходишь в игру, и до открытия 29 дней, и у нас будут баксы, ну и так далее. Там, там телепорты, еще, дальше смотри, ДНК. Там сплинтеры ДНК будут даваться в какой-то момент. Да ладно, можно сплинтера просто так получить. Будут даваться вот эти вот осколочки, которые можно потратить, чтобы купить, опять же, черепашечек четких. Ой, и еще ДНК черепах будут выпадать. Ой, ребята, это же мега круто. Кто хочет себе додзе, обращайтесь к нашему подписчику, он вообще вам сделает прям навсегда в игре. Так, и что у нас? Вторая глава. Вторая уже, а мы первую прошли, подожди, 9 из 18. А что 9? Потому что там идет... А, сложный режим, кстати, говорят. Не, подожди, мы первый эпизод не прошли. В смысле, а ну, посмотри, прошли. Нормально. Не, нам сразу говорят, сложный, иди, дружище. А, уже все, ты опять... Ты уже хорош. То есть мы опять в тренировку некую попадаем, да? Типа того. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Ditol Hard Play. Ссылка в описании. Все, ребята, отправляемся сразу. А почему, подожди, состав наш нельзя было выбрать? А опять тренировка получается, понятно, да? Здесь надо сложно еще пройти, точно, 100%. Я помню это. Ребята, лайки ставим, обязательно поддерживаем команду Дитола. У нас здесь пока что изичные враги. И плюс ко всему, я бы хотел, конечно, волшебника нашего взять. У нас Лео с волшебником будут разносить вообще всех пух и прах. Получается, у нас два хиллера, то есть мы максимально защищены. И на этом этапе игры, я уверен, будет и очень большая мощность у наших персонажей. Да, кто только начинает играть, ребят, додзе, must have вообще самое-самое то, что нужно.
Так, ну что же, остался один тот желток, и бабах, его нету. Отлично, у нас уже третья волна, ребята, пока что. И Паукус у нас здесь, у нас, кстати, Паукус тоже выпал же, да? Да, Паукус у нас тоже. А, ДНК Паукуса, да, выпала только ДНК. Но, по-моему, здесь тоже можно будет просто ДНК Паукуса еще получить, и как раз мы его фуловые и откроем. Отлично, отлично, Паукус нам не помешает, ребята. Смотрите, мы пока что разносим всех хорошо. Но это только начало игры, ты дам дальше страданий, ого-го, сколько будет. И мы будем стараться, ребята, стараться делать так, чтобы пройти максимально без доната, без помощи. Но, а кто хочет, конечно же, помощи, обращайтесь к подписчику. Ссылочка, как всегда, в описании всегда присутствует там. Смотрите, нам говорят, что отличная работа, мы нашли нужную ДНК, можно разблокировать все-таки Паукуса. О, отлично, Паукус, нанимаем, смотрите, сколько персов у нас сразу есть на начальном этапе, Додзе нам тоже помогло. И новый... вкачать, конечно. Ой, же, его предлагают, что-то игра, конечно, немножко подлагивает, удивительно. Да, есть такое дело, и смотри, у нас получается хороший есть, хорошая такая пятерка персонажей, интересно, мы сейчас пятерку, мы тут, кажется, пятерку выбирать не можем. Да, как раз мы можем взять, смотри, нам сразу говорят, берите ролевичка своего, и давай возьмем, наверное, Паукуса, все-таки не зря мы его сейчас получили, и отправимся в бой. Слушай, а Донни у нас-то трехзвездочный же? Конечно, он золотой трехзвездочный. Золотой, ребята. Он максимально крутой, мы его можем просто прокачивая уровень аккаунта и его прокачивать. Супер, ребята, это очень круто. Смотрите, у нас здесь уже на сложном режиме, у нас пятого уровня противники, это существенно, когда у тебя третий, а у них пятый, это уже прям очень большое преимущество они имеют. Согласен, то есть противники будут сложные. У Паукса, кстати, всего лишь одна атака, очень-очень жаль. Да, так и надо открывать, способности надо прокачивать, здесь уйму всего нужно делать, ребята, и мы будем делать это вместе с вами, кто только начал игру, давайте проходить вместе. Так что давайте... Пишите вообще, на каком вы уровне, на какой у вас скилл сейчас и какие персонажи у вас есть. Да, и не забывайте, что мы все равно будем, я думаю, что играть с составами подписчиков, поэтому состав подписчиков также пишите. У нас аккаунт остался наш основной, да, на котором мы будем играть уже за мощных персонажей, за ваши составчики. Это так что не забывайте состав свой писать, будем обязательно за них играть. Вторая волна, здесь у нас Джастин. Мистер Джастин, сейчас мы его тоже раскатаем. Джастин Бибер! Так, пятый уровень, минус 62 наносит, это неплохо, кстати говоря. Лео молодец. Лео, да, красава. Надо заметить, что противник гораздо сильнее нас, да, в принципе, по уровню. Обычно мы в такой ситуации вот... Да, находимся. Находимся сотого уровня против 80-го, да, сражаемся-то. Ну, тут-то и не то-то было, ребята. Это вот уже совершенно другая история. Здесь появляется интерес, большой интерес, потому что надо качаться, надо прокачиваться, брать любимых персонажей. Мы теперь знаем, какие персонажи лучше, какие хуже, и будем вам об этом рассказывать, чтобы вам легче было проходить игру. Конечно. И у нас, конечно, есть интерес пройти все на 5 звезд, а значит, мы сейчас нейтрализатора... Ой, не на 5 звезд, на 3 звездочки нейтрализатора нельзя потерять бы, не хотелось бы, если честно. Но, не знаю... Ладно, промазал, представляешь, одна способность у Паукуса, минус 51, Джастин вообще не тронутый здесь у нас сидит. И да, надо давай лечиться. Еще раз подлечимся, все-таки не хотелось бы нейтрализаторы сейчас потерять просто так на ровном месте, но хил очень и очень слабый у нас. Совершенно слабый, ребят, восстанавливает просто грамулечку, и все-таки бьет по нейтрализатору, вот хоть ты тресни, а? И в игре больно бьет, если честно, а мы вот такой урон не сильный ему наносим, нейтрализатор, давай, 55, но у него где-то еще 150, да, наверное, осталось? Ну, где-то так, да, 74 мы у него сняли, и там, давай, Донни, ты сможешь, волшебник ты наш любимый, давай, да, честь! 40 всего лишь было достаточно, 110, да, получается, у него было? Окей! Хорошо, хорошо, ребята, это отлично, победа у нас здесь, и это был только первый эпизод, да? Да. Вот так вот, ребята. Почему, это был второй, сейчас второй эпизод. Будет третий эпизод, и как раз мы сразимся уже с 8 уровнем босса. А мы справимся? Не знаю, сейчас как раз мы и проверим это все дело. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Да, давайте проверим, ребята, давайте проверим. И здесь у нас 6 уровня уже противники. Но следующий уже босс будет. Так что мы здесь должны быстро с ними расправиться. У них скорость атаки единственное, что повышена. Это плохо. И они сейчас будут максимально нас атаковать. И еще и атаку себе повысили. Ах ты ж негодяй, а? Да, атака повышенная нам совсем не нужна здесь. И не так сильно мы дамага им наносим. Давай, волшебничек ты наш, огненный шар в бой. Бам! Вот. Отлично, постепенный урон. Этого уже не трогаем, я думаю, постепенно его добьет. Да, я надеюсь, что он его добьет все-таки. И у него шансов не осталось.
Ох, что он делает? Что он делает? Скорость, хорошо. Главное, что дамаг нам не наносит, потому что... Вот, отлично, минус 61, постепенный тут справился уже. Супер, осталось всего лишь двоих, а вернее даже одного нам уничтожить. Да ладно! Мы теряем карай, ребята! 111 бьет противник, 101 критует наш Лео. Очень сильно, очень плохо. Сильно. Без карай. Прилетел, да, прям? То есть да. Мы сейчас по-любому уже не пройдем на 3 звезды, это очень обидно, но возможно мы и рановато сюда в принципе пошли. Да, на сложном уровне надо проходить уже когда ты прошел все на обычном, нормальном уровне. Так, давай, дружище, выходи к нам, будем сражаться. Выходи на бой, попробуем тебя победить. 8 уровень это уже серьезно, у нас-то всего 3-го, ребята, разнос очень большой будет сейчас. 5 уровней разницы, и нам нужно постоянно его атаковать. Один удар, минус один наш... Ой-ой-ой. Да ладно, да, действительно. Вот это да, ребята, тут мы точно не все-таки нам нужно сейчас идти, наверное, во вторую главу, там пройти сначала, и потом на сложном только сюда. Да, ребята. Надо качаться, надо качать уровень аккаунта, качать персонажей, и этим мы займемся уже в следующих видео. Вам огромное спасибо, пишите в комментариях ваши составы, пишите, что вы думаете по поводу того, что мы начали новую игру, и, конечно же, ставьте лайки, ребята, чем больше лайков, тем чаще будут в серии по новому прохождению выходить. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео, пока! Пока, ребята!